Привет, дорогой зритель. Болявка какая-то меня достала, но обзорчик сделать надо. Вот так вот положу, чтобы тебе было повиднее. Так, мафинку в сторону, монетку тоже. Бардак на столе, как обычно. На какой-то ляд компьютер включился, мы его выключим. И посмотрим, что же здесь внутри. Внутри Xiaomi. Как Xiaomi? Один из суббрендов. Так, по-моему, правильно называется. Такой вот красивый. Причем, что интересно, пришел курьером. То есть, прям на почту идти забирать не надо. В этом отношении все чин-чинарё. 30.08.2018 сделано. Размер 2XL, 1 метр. Как думаете, что же это такое? Нет, это не комплект презервативов. Как там тут анекдот? Мужик мучился, у него был большой. И он такой, все и так, нигде не мог в аптеке найти. Мог, говорит, слушай, говорит, съезди, говорит, в Грузию, короче, да, там большие продаются. Он приезжает, значит, в Грузию, подходит к аптекарю, говорит, мне, говорит, большой, говорит, презерватив нужен. Говорит, ну, а насколько большой? Он говорит, ну, вот... Вот такой, короче. Гиви, принеси один детский. Старый анекдот. Ну да ладно. Посмеялись и посмотрим, что же внутри. Внутри вообще все красиво. Все красиво, все цивильно. Можно вообще без проблем это на подарочек кому-нибудь дарить. В чехольчике. Ну, то есть, прям вообще рожа кожа, шик с надрывом. На самом деле, это довольно простая вещь. Но что интересно, то что я здесь задолбался. Какой-то там дешевый ремень, но он кирдыком накрывается мгновенно. Да? Какой-то там дорогой ремень. Но они сейчас там стоят как-то там безумно много. А здесь ремешочек от Xiaomi. Снимайся. Пахнет вроде как кожей. Тут он даже, видно, нет? Выдолблено. Киман какой-то. Кожа, Тускани, Италия, что-то там 100% vegetable, tanned leather from Tuscany, Italy, grated in China. В общем, вот такая вот ерундистика. Тут еще и бирочка у них есть, бесценничка, правда, срежем. В общем, поклонники Xiaomi могут смело заказывать себе вот такой вот ремешочек. У меня такое подозрение, что мне дырочек немножечко не хватит. И в итоге вот так вот он на вас будет выглядеть. Не знаю. Нормально, ненормально. По-моему, вполне. Ну-ка, сейчас-ка я его на свою талию. Узенькую, хорошенькую, спортивную талию примерю. У меня еще одна дырочка в запасе осталась. Сидит хорошо. Там дырочка удачненько досталась. В общем, вот такой вот ремешочек. По ценнику. Блин, сейчас вот не вспомню, что-то где-то там в районе 1000 рублей он стоит. С курьером все это дело доставляют. Ничего такого вроде архи чего-то в нем нету, но при этом, по-моему, все хорошо. И если вы этот, как его, бомж, бомжи Xiaomi любят, да? Или как там шутят. Ну, в общем, можете взять суббренд Xiaomi и вот с таким ремешочком походить. Мне он вполне понравился. Вам, если надо, ссылка в описании есть. А может, кому-нибудь на подарок. Какому-нибудь заядлому сяомисту. А я с вами прощаюсь. Скоро у меня еще одна приблуда от Xiaomi. Из одежды приходит. На нее сделаем полноценный обзор. Посмотрим, что она из себя представляет. Ну чего. До скорых встреч. Пока.